Территорию исторических пагаузов на Стрелке ждет переосмысление. В течение 3 дней с 28 по 30 июня там пройдет международный фестиваль «Стрелка», а также церемония вручения федеральной премии «Инновации-2019». Вся территория исторического комплекса на это время будет трансформирована в концертный зал под открытым небом. О деталях предстоящих событий рассказали организаторы на специальном брифинге. Нижегородцев ждет 2 больших оперных концерта с участием мировых звезд. Это поможет по-новому взглянуть на бывшую индустриальную площадку, которая на протяжении многих десятилетий и являлась «Стрелка». Сейчас на месте монтируют сцену, а также собирают зрительские трибуны. Вход на концерт платный, однако предусмотрена специальная квота для малообеспеченных граждан и студентов творческих вузов города. Нам важно очень совместить высокое искусство и айдентику, собственно, Нижнего Новгорода, в Нижнем Новгороде очень-очень сильный, собственно говоря, традиционный индустриальный тренд. Да? Заводы известные везде, да, вот это все-таки лицо наряду с Кремлем и здесь вот Стрелка, это вот лицо Нижнего Новгорода. И пагаузы, которые здесь, это, в общем, олицетворение такого перехода Нижнего Новгорода из традиционной индустриальной культуры в современную постиндустриальную культуру. И нам показалось, что вот переход этот при помощи высокого искусства, оперного искусства, он абсолютно логичен и символичен. Поэтому решили остановиться на этом месте. Ну и плюс здесь очень интересное получается решение и режиссерское, и виды, сами понимаете, вот, Волга, Кремль, все, мне кажется, лучше не придумать.